Седьмой котел на ТЭЦ-2 планируют построить к октябрю 2022 года. Для обсуждения ремонтной кампании аким Карагандинской области провел онлайн-совещание с руководством ArcelorMittal Темиртау. На неделе мы планируем завершить все тендеры и принять решение по выбору подрядчика. Часть оборудования уже готова. Строительные фирмы будут определены до 28 мая. Как сообщил главный энергетик комбината, на этот год также запланировано проведение капитальных ремонтных работ по котлам номер 5 и номер 6, а также расширенный ремонт котла номер 4. Котел номер 6 с 25 марта мы вывели на капитальный ремонт. На данный момент 23% объемов, которые мы запланированы, выполнены. Пока идем по графику, пока без замечаний. Материалы, подрядчик, все обеспечены. Капитальный ремонт пятого котла запланирован с 20 июня по 28 сентября. Аким области поручил закончить работы до наступления холодов. Отопительный сезон начинается 15 числа в октябре. Графики посмотрите, до 15 октября все котлы должны из ремонта выйти. Отметим, что на проведение работ только в этом году выделено 2 миллиарда 600 миллионов тенге. Анастасия Граф, Сергей Баданин, новости Темиртау.